Танки, корабли, автомобили, от самых мелких до крупных моделей. И не только. Все это можно увидеть на выставке «Забытые сражения». Жители города смогут познакомиться с устройством старинной и современной техники, приобщиться к историческим событиям. У нас ежегодно проходит крупная масштабная выставка всероссийская и последние годы уже с международным участием. Называется «Забытые сражения». График немножко нарушился выставки. Вообще наше штатное время проведения выставки, поскольку вот по России несколько крупных выставок, и все как бы уже такую сеточку имеют время своего проведения. Наше время проведения – это март-апрель. Сегодня многие образцы техники, как настоящего, так и далекого прошлого, существуют в виде стендовых моделей. Копии автомобилей, танков, кораблей полностью соответствуют историческому прототипу во всех деталях. В создании работы используются самые различные материалы – металл, пластик, картон, дерево, песок и другие. Самым главным критерием для победы в конкурсе – это качество сделанной работы. У нас по заявке на данный момент 935 моделей. Их должно быть больше, потому что еще есть участники, которые довезут модели в процессе. Вот. Я думаю, что их может быть больше 1000. Жители и гости города смогут посетить всероссийскую выставку «Забытые сражения» до 26 сентября по адресу Заводской проезд, дом 1, с 11 до 19.00, каждый день, кроме воскресенья. Максим Яковлев, Михаил Азоткин, телекомпания «Город».